12,5 лет строгого режима за попытку убить полицейского топором. Сегодня в Верховном суде республики огласили приговор 32-летнему жителю Рыбнослободского района Азату Сайфудинову. Поводом вооруженного нападения стал сам визит представителя власти. Участковый подозревал Сайфудинова в краже мобильного телефона и пришел расспросить его об этом деле. Как мелкая кража повлекла за собой попытку убийства? Ленар Гинатулин. Далее. Сопоставляя показания Сайфудинова, данные в ходе предварительного следствия. Стоя за стеклом в зале суда, Азат Сайфудинов еще раз прокручивает в голове произошедшее. Причем на лице подсудимого вообще нет эмоций. Куда сильнее переживают его родные. Недалеко от них сидит и тот самый полицейский, который пострадал от его рук. И с целью убийства нанес ему топором со значительной силой удар в голову. Именно так и закончился визит участкового одной из деревень Рыбнослободского района к Азату Сайфудинову. Представитель власти заподозрил, что его односельчанин, ранее разбив кирпичом окно, проник в один из домов в своем же селе и украл мобильный телефон. Пришел просто поговорить. Рассказывает, такого поворота событий даже не мог себе представить. Но спустя минуты после визита получил удар топором по голове. Я ждал, что так. Вот на деревне живем. Что так произойдет? Он всегда себя неадекватно вел, у него там психические нормально вот так-то. Психиатры заключили, что во время совершения преступления татарстанский Раскольников был вменяем. Более того, психических расстройств у него не зафиксировано. Однако это уже не первое его нападение на полицейского. Причем Фарид Габдрахманов, пострадавший полицейский, об этом знал. В этом же селе ударил, то есть применил насилие в отношении тоже одного из участковых инспекторов. Рыбнослободского РОВД. Откуда такая нелюбовь к представителям власти, подсудимый не объяснил. Вердикт суда поверг в шок семью Сайфудинова, а у него самого вообще не вызвал эмоций. Назначить Сайфудинову наказание по статье 317 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с ограничением свободы на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. Стоимость украденного телефона, который и стал первым звеном в этой цепочке преступлений, составил 1200 рублей. За эту кражу подсудимый отвечать не будет. Дело закрыли за давностью. С тех пор прошло уже больше 2 лет. Фарид Габдрахманов на всю оставшуюся жизнь остался инвалидом. Я полагаю, приговор законный, обоснованный, справедливый. Вот, назначенное наказание соответствовало и позиции, которую занимало государственное обвинение. Вот, и я полагаю, что оснований для его обжалования нами нет. Будет ли обжаловать приговор подсудимый, неясно. По крайней мере, на это у него есть 10 дней. Ленар Гинатулин, Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, вызов 112.